Начнем выпуск с информации о заболеваемости. На сегодняшний день в стационаре Мытищинской городской клинической больницы находится на лечении 763 пациента. На ИВЛ 29, на кислороде 161. За истекшие сутки поступило 86 пациентов с внебольничной пневмонией и новой коронавирусной инфекцией. Выписано за сутки 55 человек. Напомним, что лечение в стационаре МГКБ проходят жители со всего региона. Всего в Московской области было выявлено 505 заболевших коронавирусом.